А, тут сразу камера включена. Вон как. Так. Короче, здесь мне плохо видно, конечно. Так, сюда я рассадил маленькие. Так, это вот я уже посадил. Сколько уж времени, я не знаю, тут прошло. Этот вроде пока лепит. Теперь как бог даст. Вот сегодня рассадил. Я вниз залу сыплю, конечно. Как его. Все корневинчиком полила. Семечки от колиуса настолько малы, что сажается буквально, я даже не знаю. Ну вот так вот, вот. Не присыпать более. Вот. Там миллиметры. Вот. Здесь колиус у меня. Здесь у меня глоксинья. Все полила, все сделала. Все идеально. Но я глоксинью раньше, когда Эмиль был маленький, это я выращивала. Ну, глоксинья у меня была всегда. В общем, такие вот дела. Ну, я прям очень быстро, удачно. Все, слава богу. Вот такой вот халатик. 900 рублей, не знаю вот за что. Вот. Так что, не знаю, как я там с утра, сори. Я даже на себя зеркало пока не глянул. И не причесался. Чё-то как так вот. Сейчас причешусь, хоть это... Руки вон помыть только успела после этой посадки. Потому что зола все-таки все это, как его, этот грунт у меня был. Еще немножечко у меня осталось капельку грунта. Где-то я не знаю, сколько мне тут. Так. Ну, еще немного совсем. Так. Мы все покушали. Если что, яблочки у нас тоже всегда напополам. У нас все это, как говорится. Сейчас Эмиль передохнет, водички принесет. И это, как его, Эмиль, убери кое-что со стола. 5 секунд. Вот это, да. И это, как его, воды, дай бог, это, борщ сейчас сварить. Вчера это Эмиль купался, а я там ноги парил, ну и так мылась. Вот. Печка горит, все хорошо. Жарко горит, но вот почему туда, в ту комнату в мою, не очень туши заходит. На ночь мы закрываем, вот. Ну а это Эмилю вот теперь царство. Ну как? Кошкам-то хоть покорми, Эмиль. Ты, ну, зачем вот снимать? Тебе так приятно вот это вот. Ну все, прости, сори. Твое лицо. Это. Ты уже не дитё. Ну это Эмилю тут царство. Дай бог он мне эту полочку переделает. Он говорит, мам, мне эта полка не нужна. Я говорю, ну если тебе не нужна, то как его, я бы с удовольствием приняла бы вот эту вот полку. Ну красивый, ну красивый. Ой. Ну и красота. Красный. Фиолетовый. Мне вот эстетично такой нравится, но у нас скорость печати. Посмотри на какой-то. Скорость печатания, видишь, он меняет цвет. Платина, Эмиль. Я откусил. Платина. Скажи подарок от первой. Не надо говорить, что там.
Это, конечно, шутка была, думаю, что-нибудь поверит. Я и сам не знаю, из чего это кольцо. Ну, явно не платина. Если платина уже сбили, продали, да, шутка. На все деньги купили целое море пряжи. Утром ты встанешь у окна, а там грузовик с пряжей. Так, ладно, пошутили. Как миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Это миллионы, миллионы клубков пряжи. Ну, в общем, вот такая вот красивая. Ой, у тебя здесь прям жара. А мне там около кошечек вот холодно сидеть. Наконец-то я сняла свою кофту. Эмиль все-таки решил ее реабилитировать. Короче, он говорит, мам, я ее выстираю. Замочил ее. Замочил как следует. Ну, хороша, хороша.